к сожалению, пропустил второй день турнира. Строго уж меня не вините. Зато сразу сейчас отбомбим третий день. Плюс у нас там война висит. Скорее всего, нас сегодня выкинут с турнира. Ну, процентов, наверное, 90. Объясню почему. Потому что у нас есть два поражения. Плюс очень тяжело идет. Оборона, понятно. Ну, я даже не парюсь. С такими командами, как у нас сейчас, это пипец. Есть Мишка. В теории, наверное, синих надо брать, да? Или трех фиолов и двух синих. Я, к сожалению, Колина не докачал. Но зато есть Ехотеп. Вот такая боевая команда. Погнали. Будем отбамбливать. Если что, желтых поставлю. Кабана вместе с мартышкой. Это вообще будет космос. Так. Синька есть? Есть. Ну давай, синьку вот так тогда двигаем. Фиолы. Фиолы печально. Давайте-ка сделаем иначе. Раз. Два. А у меня там слепые стоят, да? Блин. Как лучше-то сделать? Ну давайте вот так, наверное, прокинем. Мимо, мимо, мимо. Все, мимо летит. Ой, ё-моё. Сейчас тибунку сдаст прикурить. Ладно, накидываем вот так. И хатепа сюда кинем. Кого бы здесь забрать? По-хорошему Кэдмана. Давайте попробуем. А вот так, одним камнем его. Нет, не снесли. А в чем проблема? Пока Кирилла не активируем. Нет, здесь-то победный тапок. Просто сейчас разгрузиться чутка надо. Тапок победный. Раз. Слабовато что-то бьет. Хочется посильнее. Как будто бы по ощущениям, знаете, как-то сильнее можно. Ну ладно, победили. Двигаемся далее. Опять здесь видим желтых. Ну здесь возвращаемся к нашей любимой связке. Блин, здесь бы Колин был как никогда. Ладно, моя любимая связка, поехали. Вот она прямо рвет здесь. Только так. Да, тут два желтых, можно было бы фиолов рубануть, но ладно. А что так желтых-то? Прям, знаете, не пожалели. Корней-то сколько, елки-палки. Елки-палки. Елки-моталки. Ну давай вот так. Раз. Два. И мимо. Где зеленуха-то? Ответьте мне. Что по зеленым вообще происходит? Где усиленная атака? Где это все? Блин, все сняли. Ну, гениально. Походу будет брыгаш. Хотя здесь можем зацепиться. Ну-ка, сейчас снесем, да, снесли.
заблокируем этого Хутао. Нефиг, чтобы он там ультовал. Снимаем все усилялки. Вот так вот пробиваем. И мне надо теперь зеленых подтянуть. Кстати, по таймингам шикарно дед отработал. И оп. Почти затянули, кстати. Почти. Я уже думал сливной. Ну, думаю, тут дожмем. Четверка под усиление. Ну-ка, сдуло. О, все, сдуло всех. Хутао. Остался вот этот. Один. Один. Ну, давай его. Загасим. Фиолетовыми. А, не, ну тут долетел. Поляна. Слушайте, ну, конечно, вот с этой акулой вообще решают здесь. Ух, здесь такую тему возьмем. Ехотепа. А у нас ехотеп что, не на эмблемах? Ага. Опа. А он и не на эмблемах, оказывается. А я и думаю, что он такой слабый. Тогда вот так. Ну, если Лисю сейчас будет ультовать, я не знаю, что будет делать. Так, ну как здесь лучше начать? С какого камня? Ну, понятно, что вот это вот хочется. Да. И вот так. Эх, лишнее вот это полетело сейчас. Как будто сейчас дед зарядится, да. Зарядился. Только Лисю его сняла. Скитл скал. Ну это пипец. Это пипец, реально. Ой, что я делаю? Показалось. Ну ладно, давайте, делать нечего. Опять сейчас будет больно. По кому бьет хоть? А, он же по всем, ну все. Тут пипец. Как так Лисю в тайминг попадает четко? Причем... Да, ничего тут не сделаем. С нулем выйдем, походу. А может нет? Эх, Лисю. Магди чичите. Подтормошить. Ну ладно. Дальше. Неплохо, неплохо. Последняя попытка. Финальная. Так. Ну что, ваши ставки, выиграем бой. Прямо сейчас на паузу нажмите. И загляните вперед. Вперед ролика. Заблокируем. Так. Так, так, хорошо. Вроде нормально должны сейчас вытянуть здесь. Опять же, посмотрим сейчас, как ударит эта тема.
Блин, она бьет все туда. Ну ладно. Ситуация под финал уже близится. Так, фиолетовая. День зелень выйдет, не выйдет. Давай вот здесь попробуем. Не выехала. Так, молча тут играли. Ну а что комментировать? Сами все видели. Блин, финальный тапок. Ну здесь опять же лисю есть и кабан есть. Ну давайте, ладно, сыграем. Уж терять особо нечего. Вдруг сейчас повезет нам. Всякое бывало у нас тут. На просторах империи пазлов. Я уже, как вам сказать, слабо верю в эту ситуацию во всем, что здесь решают, конечно. День турнира и так далее, не знаю. Вот как-то не задался он с самого начала, так и не прет. Давайте Тибурту соблочим. Наверное, да? Хочется как будто Тибуртуса соблочить. Ну, дед, кстати, по таймингу вовремя зарядился. Можно и так прокинуть. Не знаю, где тут фиолетовый искать. Вот честно скажу. Потому что сейчас опять этот зарядится. Ох-ох-ох. И зеленый, не знаю, как прокинуть. Наверное, самое рандомное вот такое. И опять, смотрите, кабан всех по здоровью в овер хп уводит. Блин, лисю, все испортило. Да, походу это ГГ. Да, жестко кабан, конечно. Чё он так быстро, я не понимаю, заряжается-то? Пипец вообще. Не, кабан дамажит, будьте нате. Ладно, такой вот турнир. Полноценный третий день отыграли. Комментировать это не надо, позорище. Вообще, вот вам четверка, еще одна. Колин сварился. Хотя ждал я, конечно, пятизвездочного героя. Ну, бог с ним. Колин и в Африке. Колин пригодится. На корм его пустим.
На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ну, кто, конечно, до конца досмотрел. В скором времени интересные ролики вас ждут. Пока-пока, уверен. Ну и смотрите Shots.